епископ Подольский Тихон совершил великое освящение храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Медведково. После божественной литургии епископ Тихон от имени патриарха Кирилла вручил награды строителям храма. В уже освященном храме побывал префект СВАУ Валерий Виноградов. Я очень хорошо помню, как здесь было пустое место, потом появились стены. Потом совсем недавно, ну, правда, в прошлом году мы здесь были все свидетели водружения креста на этот купол. И вот сегодня мы имеем честь присутствовать. Вы видели, сколько людей. Вроде храм такого, ну, среднего размера, все равно он не вмещает всех желающих. В Северном Медведково местные жители давно просили власти о возведении церкви. Сразу после открытия площадки здесь по выходным стали собираться и совершать молебны верующие. Скоро уже начнем строительство в Юрловском проезде. Это отрадное, и мы даже знаем, кто будет, ну, скажем так, главным спонсором, если так это слово можно употребить, строительство этого храма. Идет активное строительство храма Сергия Радонежского на Костромской улице. Это будет самый, наверное, большой храм на территории нашего Северо-Восточного округа. Совсем недалеко отсюда будет завершен еще строительство одного храма. Поэтому мы продолжаем вместе с православной церкви создавать условия для духовного окормления жителей нашего Северо-Восточного округа.